Жители дома номер 86 по улице Рябикова долго боролись с перетопом в своих квартирах, переплачивая тем самым за жилищно-коммунальные услуги. В октябре 2017 года в результате жарких споров между жильцами пятиэтажная панельная хрущевка встала на путь цифровизации и перешла к умным технологиям. В доме установили прибор погодного регулирования, или сокращенно погодник. Когда нам предложили выполнить эти работы по модернизации, так сказать, нашего теплового пункта, за счет средств капитального ремонта, не дополнительными начислениями какими-то, это явилось лишним толчком к тому, чтобы принять такое решение. Погодник, состоящий из компьютерной установки, циркуляционных насосов, клапанов и датчиков, полностью автоматизирован. Сбои в системе в этом случае скорее редкое исключение, чем правило. По системе диспетчеризации вся информация передается к нам на пульт, в офис, и мы видим, какая здесь ситуация в этом доме. В установленном графике данный дом проходит, либо какие-то отклонения, если есть график, то корректировка проходит дистанционно. Рябикова 86 – седьмое по счету здание в городе, где погоду в доме регулирует идентичный автоматизированный тепловой пункт. Новая общедомовая установка помогла жильцам в разы снизить цены в платежках и возместить половину затрат на капремонт. Экономия составила свыше 230 тысяч рублей, и это еще не конец отопительного сезона. Существует сейчас программа помощи от государства тем домам, которые выполняют энергоэффективный капитальный ремонт. Там возвращается денег из государственного бюджета до 50%. Вот наш дом попал в такую программу. И потратив 380 тысяч на установку погодника, мы 190 тысяч получим обратно. Средства придут на специальный счет регионального оператора и в нужное время пойдут на очередной энергоэффективный ремонт. Жильцы в скором времени планируют полностью заменить систему электроснабжения в доме. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.